Всем привет! С вами Настя, и вы на моем канале. Мы тут с Катей будем пересаживать цветочек. Катя мне помогает. Значит, вот этот вот цветочек, он у меня стал цвести второй раз уже. Это она копала. Накопала? Да. И я тоже копаю. Мы сейчас землю вот так вот перекладываем. После завтрака позавтракали. И занимаемся садоводством домашним. Вот так вот. Катюш, ну надо еще землю. Ну или смотри, я сама могу все накопать. Цветочку нужно больше земли. Все, Катя устала уже копать. Ну-ка. Я пересадила в горшочке вот в такие примулы. Вообще я почитала так об этом растении. Оно многолетнее, его надо вообще пересаживать. Катюш, нет, пока что мы этот цветочек не трогаем, ладно? Давай. Пока мы его не трогаем, зачонок. Потом я пересадила декабрист тоже. В горшочек побольше. Мама, такие вот. Чего говоришь? Небольшая, а большой горшок. Большой, да? Надо говорить небольшая горшок, а большой горшок. На, держи ложку, помогай. Нет, мне не надо посолю. Мне надо такую маленькую. Кать, ну это тоже большая ложка. В общем, вот такой вот горшок мы купили. Здесь написано, значит, горшок для растений, не знаю, видно или нет. Значит, он прям вообще такой там дренаж и вентиляция корневой системы. И система прикорневого полива. Прям прикольный такой горшок. И вот этот вот горшок такой же. Но вот от этих горшков потом придется избавляться. Ну, как избавляться? Пересаживать же надо будет вот примулу, да, я так понимаю, потому что она многолетняя. Сейчас покажу, что у нас за окном. Сегодня не солнечная погода, но смотрите, около дома прям снег вообще так подтаял очень сильно, потому что дни были солнечные. Сегодня облачно. Катя пока со мной дома, еще на больничном. Ну, тут приболела немножечко. Но пока мы еще не выписываемся. Пока еще пару дней со мной побудет, а то что-то она покашливает. В общем, сейчас пересадим цветочек. Кто-нибудь, кстати, знает, как он называется? Если кто-то знает, напишите. Я уверена, что кто-то знает. Ну все, пересадила. Сейчас его полью. Немножечко тут. И ты хочешь полить? Да. Ну давай, сейчас будешь поливать. Вот, в общем, мам, такой мам, вот мам, цветочек с горшочком мам, получился. Мам, все полила? Да, много я. Много налила? Да. Ну и хорошо, надо сразу много наливать. Все, надо сейчас наполнить еще бутылку. Ну все, с цветами разобралась. Все теперь очень красиво в горшочках. Вот так вот. Мы вышли на прогулку около дома. Тут прям чистят снег. В парке тоже дорожки очищают от снега. Но, как видите, еще снега много. Ну а сейчас на улице плюс 4. Вот эту вот дорожку очищает как раз этот снегоуборочный трактор маленький. Поехал. Но мы все равно взяли самокат. Сейчас пойдем. Катюша, а мы сейчас пойдем там, где уже снег очистили. Там будем гулять, да? Пошли, зайчонок, не бойся. Катя испугалась трактора. Приехали тут к одному жилому комплексу. Здесь вот такой автомат есть. Добрые вещи на доброе дело. И написано, кому они полагаются. Катька уже умотала. Здесь вообще так хорошо снег убрали. Единственное, что здесь брусчатка такая. На самокате ехать с такими, так скажем, с массажным эффектом приходится. Но все равно, зато снега, считай, нет. Все прибрали. Скоро субботники. Кто-то здесь гуляет тоже.
Катя любит тут в булочную одну заходить и кушать дракончик такого. Такое глазурное печенье. Дракончик на палочке. Там есть и другие тоже формы. Разные. Единорог там, лягушка. Но ей нравится дракончик почему-то. И первым делом она съедает его глаза. Но на самой площадке снег еще есть. Катюш, по дорожкам кататься надо, а по снегу не надо. Видите, как-то и лужи все ушли. У нас тут недавно столько луж было много. А сейчас уже практически ничего нету. В снегу осталось новогоднее конфетти, которое оттаивает потихонечку. В общем, снег вывозят тоже, убирают. Скоро вообще его, наверное, не будет. Хорошо на улице. Прям весна весной. А это я. Что-то себя давно не показывала, сегодня в очках. Глаза что-то устали от линз. Решила очки надеть. В шапке хожу. Не могу без шапки. Хотя вот смотрю, многие ходят уже без них. А я как-то снимаю, и через 5 минут уже замерзаю. Надеваю шапку. Да, Кать! Кран! Катя так в последнее время любит краны. Вон там кран. С другой стороны строит дом по реновации. Да, я вижу, какой кран. А ты думаешь, я кран снимала? Да. Кать, ну я потом кран тебе покажу, ладно? Я сейчас видео снимаю. Кать в последнее время всегда просит показать, что я там снимаю. И она так с интересом смотрит. И такая говорит, о, говорит, это я. Говорит, это ты. Это мама, говорит. А это, говорит, кран. Катюш, ну по снегу не получится. Катюш, надо по дорожкам ездить на самокате. Ну, так, конечно, можно, но так, наверное, тяжело. Ой, хорошо, как. А вот пекарня, про которую я рассказывала. Здесь берем как раз динозавриков. Печенье, динозаврик на палочке. Не знаю, сегодня, возможно, Катя тоже меня уговорит его купить. Посмотрим. Посмотрим. В принципе, аппетит ей это не портит перед обедом. Все равно кушает всегда хорошо супчик. Взяли динозаврика. Катюш, покажи, какой он красивый. О, можно? Я поближе его сниму. Какой динозаврик. Вот такое вот печенье. Катя очень любит. Мама, держи. Мама, пап, погоди. Сейчас покажу. Кать, ой, аккуратно. Катя и говорит, я и самокат хочу показать, и динозаврика. Красивый динозаврик. Всем еще раз привет. Продолжаю вчерашний влог. Я его так и не досняла, как-то замоталась в делах. И сегодня уже день. Катя я уложила на дневной сон. Покажу вам, чем я занимаюсь в свободное время. Значит, делаю вышивку такую крестиком. Значит, это зайчик и зайчиха. Сейчас покажу. Вот так вот должно получиться. Но на самом деле вышивку я эту начала, когда еще была беременна Катей, то есть очень-очень-очень давно, и как-то все время руки не доходят. Но когда хочется такого, знаете, созерцательного отдыха без мобильного телефона, то я просто вышиваю крестиком. Кто это? Домофон звонит. Ошиблись, наверное.
Я прям перепугалась, думаю, кто это? В общем, такой вот влог получился, скомканный за 2 дня. Вчера было 21 марта, сегодня уже 22 марта. Осталось, кажется, 1,5 недели, и март заканчивается. Сегодня у нас погода, в принципе, почти что такая же, как и вчера. Но, кстати, вчера под вечер вообще было жарко очень, так что можно было ходить без шапки. Прям вот как-то утром еще более-менее прохладно. То есть вчера и дождик был небольшой с утра, а вечером прям жара. Сегодня дождя нету, но облачка гуляют. Может быть, будет дождь. В общем, на этом все, мои хорошие. Видите, как-то ближе к лету, к весне, какие-то дела, вся в делах прям. Одни дела, так что забыла влог доснять. В общем, всем до новых встреч. Подписывайтесь на канал, пишите свои вопросы и увидимся очень скоро. Пока-пока!